Дорогие сокурсники, я посылаю вам теплые пожелания провести замечательно этот день, отметить ваш выпуск. Это прошло около 32 лет. Дай Бог, чтобы все были бы счастливые и здоровые, чтобы мы держались бы поближе друг к другу. И вот я хочу предоставить слово моему папе, который закончил уже 70 лет назад Ташми. Пап, ты хочешь мне сказать? Да. Уважаемые коллеги, 70 лет тому назад, в 45-м году, я закончил Ташми. Старое Ташми еще, которое было. И после окончания я работал в районе Орджоникидзевского районе венерологом. И в конце пребывания в Ташкенте я работал главврачом кожвендиспансера номер 1 Ленинского района. Моя фамилия Тульчинский. Серьезно? Елизар Александрович. Я очень рад, что я имею возможность передать вам от меня это привет моим коллегам, которые тоже кончали Ташми, но немножко позже. Будьте здоровы, счастливы и доживите до 70-летнего тоже стажа после вашего окончания института. По некоторым семейным обстоятельствам я был вынужден выехать на жительство в Соединенные Штаты Америки. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо, пап. Спасибо. Замечательное пожелание. И давайте соберемся, не будем ждать 70 лет. Может быть, я подъеду пораньше. Скажем, 35 лет. Да, может быть. До скорого. Счастливо, ребята. Будьте здоровы.